Родительского комитета, они сказали, проблем было. Да, Анатолий, Толя. Напиши Толя. Толя тут. Тут точку поставь. Нет, тут сделай палочку и точку поставь. Где палочка? А, восклицательный знак. Вот. И напиши Толя. И точку поставлю. Да, Дима, пиши и себе ты. А где бабушка? Где ты хочешь пиши? Хорошо. Да, нет, напиши снизу, надо портать, снизу напиши. То же самое хочешь написать? Угу. Скажи. Не может настоящих тут. Бабулечка напиши. Чи бабуля. А что ты пишешь? Я люблю вас. И все, я люблю вас, бабушка. Чи бабуля. Я люблю тебя, мама. Какая разница? Бабуля напиши. Поставь. Угу. Напиши Дима. Такой. Не важно. О, красивый. Все. Когда точку ставишь. Да не важно. Хорошо. Дима. Я люблю тебя. Что такое? Что вы думаете? Присаживайтесь. Да? Подарок вам сейчас будут показывать. Ой, хотя бы порядок. Сейчас иди. Не помню. Да, ничего себе. Во что? Это как можно было сделать вообще? How could you do that? Вообще. We love you very much and you're very special and always will be. Ой, спасибо вам большое. Ой, хорошо. Самое красивое вот. Спасибо. The most beautiful present she ever gave. Я на работу заберу, покажу обязательно. She will show what her job. Обалдеть. If she wants to use it as a cover, she can, or if she wants to hang it up. С ума сойти. No, I think it, she will hang it up. Да то ли Дима написал. Да. Ой, как красиво! Лента, Дима, тебя поцелуй. Спасибо большое. Пожалуйста. Ты наша семья тоже. Какие вы золотые. Ой, какая красота. We wanted to tell her, we wanted her to know that she will never be forgotten. The boys will never forget her. Чтобы вы знали, что они никогда про вас не забудут, и мальчикам не дадут. Да я ж тоже никогда. Вы теперь мои. Вы мои. You are. Спасибо. Спасибо. Наша семья. И есть чуть-чуть маленький подарок тоже. Еще. Это фотография. У меня аж руки дрожат. Вот это наш дом. Да ж, иди сюда. Ой, как красиво. Ну, Максюша, иди сюда. Много снег, да? Ой, много. Это весь снег, который у вас может быть, да? Угу.
Документы не можешь сделать никак. Документы? Да, да, у нас проблемы такие, пока не сейчас мы были в ЗАГСе. Что у тебя было? Ну, потому что там свидетельство о рождении не выписывают, потому что оформлен, ну, усыновление только мама оформляет для себя. И поэтому они там сомневаются. А как только мама, а папа как? Ну, потом там в Америке будут переусыновлять. Смотрите, у нас смайлики. Ну да, матрешки расписаны. Здесь ты фото, и Даша фото тоже, и Максим, и Дима, и Толи. Максим, там же точно никого не забыть. Максимша как боится. Максим, ты забыл меня? Да? Максимша. Он сначала стесняется, а потом уже весь свой. Это для гостей, да? Да. Когда бабушка из Америки, бабушка спаться здесь. Ну, наверное, быстрее приедет. А вот тут сидеть бабушка, когда. Да, это... Мы на кладбище были, на могилку я ходила. Я так и поняла. Пока погода, там, попрощаться. Здравствуй, иди сюда, Максим. Пусть мама их оттуда была слышать. Я там наплакалась. Попрощались. Это трудно, не знаю. Скажите, вот это камин, да? Да, вентилятора. Вентилятор. А я говорю, это такой аппарат, прослушка. Будете баловаться, а вас будут не заслушать. She explains them that this is special special thing to hear you and videotape you when just to control. If you misbehave, Хороший полтон. Очень. Ой, вообще. Вот это памятник. А как вы успели эти фотографии сделать? А что ты тут делаешь? Дал, завтра забрал. Шо там? Ну иди до папы спать. Иди до папы, ложись. Иди до папы. Такая любимая. Так, если я вам не нужна, я пойду. Они хотели еще снять фотографии с фотографий маленьких. Это до детей. Конечно, да. Когда они маленькие. Ну что ты там? Ожидай мне сесть на тоже на диван, а то. Девочка, ты сиди. Давай сюда. Да не, я просто. Я застудила мочевую, и нет этого. Ой, это вообще тяжело. Вот и красиво. У нее вообще ясные выразительные глаза. Ну, это когда мы с Света. Понятно? Нет. Это в интернате. Да. А, это с того корпуса. Да, когда приняли приятель. Тоже приняли. Хороший фантом. Он везде улыбается, вот Дима, везде улыбается. Наклонился. Я не знаю, что мы. Что-то читаешь. А, может быть, да. Это хороший день, да? Good day. Я потом очки одену внимательно, посмотрю. Так иди до папы, что ты мне нервничаешь? Особенно, когда сильно поплакать захочется. Я повиманную. Максим, ну не буду тебя туда сюда держать на руках. Ты понимаешь или нет? Это хорошо. Улыбка щедрая. Какой я улыбаюсь.
Это хорошо, если мама и бабушка плакают. Да. Да. Ой, красиво. Красиво. Я люблю фото. И тоже фото. Да, вообще классно. Класс. Это на компьютере сделано. Мой друг смотрел фото. Он сказал, это родители. О, и один ребенок. Вот это, вот это. Вот это. Еще вот это. Ура! Еще лучше. Ой, класс. Да, да. Класс, спасибо вам большое. Да, конечно. Пожалуйста. Это вторая бабушка. Ну, вот это. Хорошо. Еще фото. Это те же самые, Дима. Если ты хочешь, подарил вторая бабушка. Да, да, конечно, да. Или Даша. Да, да, да. Максим. Вот это. Да. Ты хочешь? You better take the, I guess, the pictures of them, because when we get a call to go, we gotta go. Yeah. Okay, I'm gonna stop this now. Can you explain there might be some strings I didn't get to cut? Она сделала, резать все нитка. Если ты видишь, можно. Конечно. Это может быть много. Я не знаю.